Добрый день, компания «Евротехника МПС» произвела очередную установку. В этот раз мы установили пневматическую бочку АПВ на 1600 литров в Республике Татарстан в Черемшанском районе. Установка у нас была произведена на глубокорыхлитель «Артиглио» 11-лапчатый. То есть под каждую лапу у нас с бочки выведен отдельный сим-провод, и который закреплен снизу вот таким образом. Внесение материалов осуществляется с помощью гидравлической воздуходувки. Мы, то есть, гидравлическим шлангом подключаемся к гидравлической системе трактора и осуществляем управление с кабиной. В комплекте с этой бочкой также идут три катушки для внесения разных материалов и разных норм. Данная бочка может выдерживать норму от килограмма до 300 на гектар. Таким образом, у нас она вот закреплена на артиглио. То есть очень надежно и крепко. Еще раз покажу, как у нас закреплены 7 проводов для внесения удобрений, то есть под каждую лапу с задней стороны. Плюс этой бочки то, что мы можем устанавливать все на любой агрегат, будь это глубокорыхлитель, дискатор, либо там культиватор. В принципе, на все агрегаты, которые есть, мы ставим и запускаем. Также бочка у нас оснащена GPS-датчиком для отслеживания скорости и, соответственно, регулировки нормы внесения. Все это происходит в автоматическом режиме. Есть также бочки на 800 литров, на 500 литров, на 1200 литров и на 300. Есть также микродозаторы. В указанном хозяйстве мы будем ставить 4 такие бочки на глубокорыхлители. Артиглио одну мы уже поставили. Также будем ставить вот на тот агрегат, который вдали. Бочка у нас уже приехала, стоит и ждет установки. И еще также будем ставить две бочки вот на эти глубокорыхлители. Сейчас пойдем в поле для настройки и проверки системы. Я также в поле сниму, как это все будет выглядеть там.